Всем привет! Меня зовут Дмитрий Овчинников, и мне, как мужчине, в это тяжелое время необходимо расслабляться. И многие меня спрашивают: «Диман, как ты умудряешься расслабляться? Что у тебя за способ, когда тебе наскучивают алкоголь, сигареты, доступные женщины, которые готовы сделать для тебя все, начиная от секса и заканчивая покраской забора на даче?» Ну что ж, я раскрою свой секрет. Чтобы расслабиться, я... играю в Armored Warfare. Супердинамичный прорывной танковый экшен-проект Армата получил большое обновление — Карибский кризис. Разработчики времени не теряли и постарались, прям мое почтение, зацени обновленную графику и интерфейс, большое количество новых современных танков и уникальный режим спецоперации. Все это и многое чего другого уже заждалось тебя. Так что подштанники не просиживай, переходи по ссылке в описании, заходи в игру и получи премиум танк Т-62 в подарок. Стоямба, куда поскакал? Это еще не все. Активируй код, который ты лицезрел на экране, и получи еще один подарок — премиумный танк Chieftain МК-6 в уникальном камуфляже. Ссылка в описании. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Кинокиллер, и я провожу масштабный стёб, поиск косяков и подробный анализ в различных кинофильмах. Итак, сейчас далеко не лето, а значит, моя стандартная тема с масштабным марафоном по определенной тематике пока что терпит. Но для своих любимых зрителей я решил сделать такой маленький подарочек в виде мини-марафона. Типа, рассмотрим три разных фильма под знаменем одного определенного режиссера, и мой взор пал на Ронни Ю, так что это можно считать мини-марафоном по Ронни Ю. За свою карьеру этот режиссер снял не особо много фильмов, и львиная доля из них относится к жанру экшен. Да и вообще, снимались они в Китае. Но я решил выбрать из его фильмографии самый смак, а именно два хоррора и один криминальный боевик. А начнем мы марафон с хоррора, который для Ю стал дебютом в США, и им является «Невеста Чаки». Признаюсь честно, фанатом данной франшизы о кукле-убийце Чаки я не являлся и не являюсь. Почему вот так, я расскажу в конце видео. И вы наверняка задаетесь вопросом, а почему я именно этот фильм взял для обзора, потому что до него еще как бы были три части. Все просто. А. Потому что это мини-марафон по Ронни Ю. Б. Потому что это первый фильм из этой франшизы, что я в детстве увидел. А про причину под буквой В я говорить как-то не хочу. На моей памяти этот фильм был не то чтобы прям сраным, но и не то чтобы прям хорошим. Только в сознательном возрасте я устаканил свое отношение ко всей франшизе и именно этому фильму. И давайте рассмотрим, что смог привнести китайский дебютант в довольно противоречивую, хоть и культовую франшизу. Опасайтесь кукол и всего, что сделано из резины. Ну, кроме очевидных вещей, что всегда необходимы парням и девушкам. Это кинофильм «Невеста Чаки». Да кого там приспичило? А, как раз звонит причина под буквой В, про которую я не хотел говорить. Алло! Диман, наглость не останется безнаказанной. К тебе в Саратов уже направляются мои головорезы. Нифига не страшно. Ты должен страдать. Ты должен умолять меня. Так, послушай, я это уже все проходил. Твои попытки напугать такие же, как у голой жопы перед ежом. Так, стоп, подожди. Все, лососни тунца, у меня обзор. With you again, because a vision softly... Итак, а фильм начинается на складе вещественных доказательств, где аккуратно разложены несколько небольших пасхалочек для всех фанатов хорроров. Ого, то есть уже в то время Ронни Ю задумал забабахать кроссовер. Ну что ж, ждем масштабный слэшер Фредди против Джейсона, против Майкла Майерса, против кожного лица, против Чаки, который выйдет... Никогда! И работник этого склада достает странный сверток, чтобы доставить его некой мадаме. Я еду, не забудь мои деньги. До встречи, не забывай. Любопытный варвари на базаре нос оторвали. А вот и нос! Тихо, до тебя еще очередь дойдет. А что тебя так удивляет и интересует? Вроде дело о кукле-убийце Чаки крайне резонансное. Че тебе так не имется на нее глянуть? Газетных сводок не хватает? Нашего любопытного убивает некая барышня Тиффани в исполнении Дженнифер Тилли, которая присваивает немного побитого жизнью Чаки себе. Через титры под воистину крутую песню робо-зомби Living Dead Girl нас как зрители вводят в курс, что был такой серийный маньяк Чарльз Ли Рэй и что он благополучно склеил ласты в перестрелке, а сама Тиффани создает эдакого Франкенштейна из остатков Чаки и деталей для кукол.
Сексуальная дохлая кукла. Ну, хоть я не являюсь фанатом этой серии, но я должен признать, мне дичайше нравится новый дизайн куклы Чаки. Как бы вспоминая предыдущие фильмы, кукла не вызывала особых мурашек, просто кукла с голосом Брэда Дуррифа, а тут его внешний вид, если не приведет в чувство ужаса, то хотя бы пробудит эмоции типа «Вау». И да, я знаю, что в хоррорах гораздо страшнее выглядит нечто невинное, нежели что-то нарочито уродливое, но извините, не в этом случае. В общем, Тиффани проводит обряд вуду, дабы воскресить Чаки. Вставай! Отвали, мам, мне ко второй! Но у нее ничего не выходит, как кажется, поначалу, и тут к Тиф прискакивает ее хахаль, который похож на некое подобие Криса Моушенлеса Чирули из группы Motionless in White. Но тут... Блин, эти книжки из разряда для чайников реально помогают. Кажется, моя помада закатилась под диван. Там ничего нет. Шарлотта, как ты выбралась? Лучше бы мне Чаки руку отгрыз, чем вот это. Ненавижу этих тварей. Тиффани, вот он я. Знаешь, как французы называют оргазм? Ле оргазм? Ле петит морте. Маленькая смерть. Слышь, оставь свою поэтичность для песен. Оргазм во Франции называется ле оргазм. Или ты меня, как человека, что французский учит, пи***болом хочешь выставить? Иди сюда, Тиффани. Поумираем немножко. Да, я обосрался, потому что мне страшно, очень страшно. Чингачгук, слепошарая хлебала! Ты смотрел в ее сторону и не заметил, как этот силиконовый Франкенштейн рядом присел? Прекращай так обильно глаза красить, а то ты не видишь ни хрена. Откуда у тебя это? Стащила у полицейского. Это та кукла, что связана с убийствами. Я знал, что тебя не все дома. Нет. Но Чаки... Он вышел из моды и никому не страшен. Ох уж эта ирония. И да, я согласен с этим парнем. Действительно, кому сейчас нахер Чаки сдался? Бедолага. Короче, Тиффани решает немного поразвлечься и приковывает Моушенлеса к кровати, взгромоздив на него куклу. Да, видимо, у нее адовый фетиш на резину, как у Ромы Букина. Мы жили вместе несколько лет. Разумеется, до того, как его убили полицейские. И до того, как его душа переселилась в куклу. Так, хватит уже всякую чушь нести. Стоп! То есть ты была в отношениях с Чарльзом Ли Рэем до того, как его убили? А почему про тебя вообще ничего слышно не было? Почему Чаки в первой части попёрся к какому-то Мэджик Нигеру Вуду Нигеру, а не к тебе? Почему он вообще про тебя не упоминал? Почему ты его не искала все это время? А я замечу, что до невесты еще три части было. Знаете почему? Да блин, я тоже не знаю. Не сценарий, а хуета какая-то. Слышите, хуета. Я бы мог жопу этим сценарием потереть. Только нельзя потирать жопу дерьмом. Боже, он был потрясающим любовником. Брось, детка. Этому коротышке тебя не удовлетворить. Не размер имеет значение, придурок, а то, что ты с ним делаешь. Он ожил! Привет. Привет. Как поживала? Нормально. А ты? Неплохо. Вы в края вообще охерели? Это же, блин, сраная кукла, она не весит, как Майк Тайсон, чтобы вот таким образом задушить человека подушкой. Вот это одна из причин, почему я ненавижу серию фильмов Чаки. Сука, она нереалистичная, но хотя ладно, подожду до финального вывода. Должен признаться, мне всегда казалось, что ты располнеешь. О, я тут с вами, пожалуй, подремлю чутка. Итак, любвеобильная парочка снова вместе. Знаешь, Чаки, я все еще ношу кольцо. Ах это? Я снял его с Вивьен Ван Пельт. Кольцо можно толкнуть кусков за 6. То есть, ты не собирался предлагать мне руку? Ты что, спятила? Новость о том, что Чаки не хотел жениться на Тиф, немного ее расстраивает, на что она запирает в манеже своего любовника, а сама рыдает как ненормальная. Тиф, может прекратим изображать игру Джеральда? Мы как фильм про Чаки не ахте, а уж как экранизация Стивена Кинга и подавно. Тиффани сбагривает трупешник с помощью соседа, а сама жестко троллирует Чаки, подгоняя ему куклу-женушку, что является катализатором для дальнейших кровавых событий. Чаки пропиливает кольцом прут манежа. Чё за хрень, собачья? И направляется к Тиффани, которая в ванной смотрит куда более классный фильм ужасов. Оу, она смотрит невесту Франкенштейна?
Это же типа аллюзия, что она дальше станет таким же монстром. Ну, блин, ребят, ну честно, ну слишком явно. Бам, блядь! И вот как мне это чмо бояться? Его одним ударом с ноги можно в вьетнамскую провинцию к хуям отправить. И как же это удобно, да, сценаристы? В одной сцене Чаки тяжелый акигири, а в следующей он уже приобрел вес обычной куклы. Чаки проводит обряд Magic People, Voodoo People, Тиф очухивается в кукле, и они начинают думать что да как. Так, стоп, в первом фильме Ли Рэй переместился в куклу, пока еще был жив, а тут Тиф уже умерла от разряда тока. Вы хотите сказать, что он еще из мертвых воскрешать научился? Ай, ладно, хер с ним. Ой, Voodoo for Dummies. Это же Voodoo для чайников, а еще это можно перевести как Voodoo для кукол. Сдается мне, джентльмены, это была... комедия. Сценарист, ты это мне там не того, шути нормально. Тебе за это деньги платят. Сердце Дамбалы. Что это? Амулет. Он нужен, чтобы вернуть наши души в человеческие тела. Он был у меня на шее, когда эти ублюдки меня застрелили. Захоронен вместе с моим телом в Хакенсаке, Нью-Джерси. Какой еще нахер амулет? Какое еще нахер сердце Дамбалы? Почему ему этот хренов артефакт в предыдущих частях не нужен был? Он и без него нормально обходился. Сценарий полная херня. Ну это... капец какой-то. В общем, наша компашка намерена направиться в Нью-Джерси за важной безделушкой. Тиффани наводит марафет и обращается за помощью к ее соседу Джесси, предложив ему сделку, что он довезет кукол до места назначения за 500 баксов авансом и 500 баксов по окончанию доставки. И он соглашается, направляясь к своей девушке. Так, стоп. Походу, я по какой-то сюжетной линии проехался, да? Эх, черт. Ну, вернемся чуть-чуть назад. Главными героями тут являются на самом деле не Чаки и Тиф, а Джесси и его девушка Джейд в исполнении... только не эта тварь! Кэтрин, как же ты меня и весь Голливуд бесишь, Хайгл! У которой есть дядя и по совместительству шериф Уоррен в исполнении Джона Риттера и друг Дэвид. Уоррен на это купился? Дэвид произвел впечатление. Уоррен запал на него. Он не в моем вкусе. Петушара? Да, у нас тут сборная солянка по части персонажей. Их тут стопорит ядреный лысый Зубогнич по кличке Буратино, являющийся помощником шерифа Уоррена. Похоже, ложная тревога. Ничего, Нортон, лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Это новый закон? Тебя касается. Садись в машину. Так, стоп, ребята, у меня тут на еблофоне появилась новая приложуха, я хочу ее опробовать. Система поиска пидорасов активирована. Пидорас найден. Ой, да ладно, вы взяли Джона Риттера на роль ублюдка? Ну как так-то? Да вы посмотрите на него, ну как он может быть злодеем с таким добродушным лицом? Я не позволю тебе опозорить семью, будешь вещать на старость лет о жизни в низших слоях общества. Пошел ты. Пойду. Ну, хотя ладно, ему это идет. И, кстати, российская озвучка загубила, пожалуй, одну очень неплохую шутку, связанную с игрой слов. But you won't. Для тех, кто с английским не в ладах, слово «фак» в данном контексте имеет два значения. Первое – «у**ок», второе – «трахаться». Как бы Джесси назвал Уоррена «у**ком», но учитывая второй смысл слова, а именно «трахаться», Уоррен явно намекнул фразой «you won't», что секс с Джейд парню не светит. Я надеюсь, что вы примерно поняли игру слов и что диалог действительно забавный. Я думаю, что вы допетрили. Дядя против того, чтобы Джесси встречался с Джейд, но удачно подвалившая халтурка с доставкой кукол в Джерси подстегивает его выкрасть Джейд и уехать с ней Аки Бонни и Клайд в закат. Возвращаемся к сюжету. Джесси приезжает к Джейд, а это значит любовь, асися и все дела. В этот момент, пока ребята собирают вещи, к ним фургон хочет проникнуть Уоррен, дабы подкинуть травки Джесси, что не очень-то нравится Чаки и Тиф. No! Давай! А вот это больно. Вот и кончился Джон Риттер. Но вот только я не думаю, что гвозди прямо так моментально убьют человека, и что они прямо разом в цель попадут. Они же просто на бардачке стояли, они бы разлетелись по салону. Ну окей, даже если бы они попали в цель разом, то он бы там еще и от боли, как свинья, орал. В общем, куклы прячут тело в сиденье, блин, даже не спрашивайте, каким образом. Заметают следы, приватизируют травку и отправляются в путь вместе с нашей парочкой, но не так быстро, потому что их стопорит... Перед нами наше лысое чудовище. Слежка за нами входит в ваши обязанности, или дядя платит вам сверхурочные?
Сверхурачные. Так, Блэд, это что еще за херня? Это не похоже на расфокус. Это смахивает на то, что Буратино снимали отдельно и потом на постобработке добавили. Вы только гляньте на контур! Ленивые скоты. В общем, Зиг Хайгл уходит за жратвой, а Буратино шмонает тачку Джесси. И вот еще чуть-чуть, и будет у них небо в клеточку. Но тут... Ага, он не заметил, как кукла ни с того ни с сего ожила и швырнула пакетик с ганджей. У вас в этом мире какие-то явные проблемы со зрением. Тут Чаки решает избавиться от легавого, устроив фаер-шоу. Ну как так-то? Как так? Вы же там... Блин! Охереть, бензобак у машины низкий, или Чаки приобрел способности мистера Фантастика по удлинению себя в росте? Ответьте. Нортон. Нортон. Что ты должен сказать? Например, расскажи, что там случилось. Я знаю, что сказать. Я думал, ты спятила. Я спятила? Обещал, что ради меня готов на все, и это все? Ты же не намекаешь на то, что я имею отношение к взрыву? Разве нет? Охеренно. Из вас получится прекрасная семейная пара истеричек, которые только и будут знать, что грызть и унижать друг друга. Это и есть брак. Ну, хотя тоже верно. Тут им позвонил фанат лупиться в тухлую вену и сказал, что все против них. Найдена зажигалка копа из начала, мертвый Буратино и пропавший дядя могут не очень хорошо сказаться на их отпуске, поэтому они решают перевести дух и пожениться, пока в фургоне... Эй, Финн, ты чё, хочешь меня реально пи***болом выставить? Чаки, фас! Всё, мёртв ты, гнида! Ребята оседают в мотеле, где узнают, что их действительно объявили в розыск, а тут ещё парочка гангстеров-карманников-свингеров ворвались и обчистили наших героев, но силиконовые попутчики не согласны с таким раскладом и врываются к ним на пати. Давай, малышка, давай! Нет слов. Как это вообще работает? Объясните, пожалуйста, я не понимаю. Давно нужно было это сделать. Тиффани, ты будешь моей невестой. О, Чаки, да! Да! За любящих. Не знаю, как у тебя, а у меня здесь уже начало расти. У меня полноценная анатомия. Теперь у нас куклы анатомически идентичны человеку и могут трахаться. Вы хотя бы имеете представление, что вы себя в могилу закапываете? Погоди. Постой. Что, что, что? У тебя резинка есть? Резинка? Да. Посмотри на меня. Я весь резиновый. Нет, я, конечно, все понимаю. У меня в обзорах шутки на уровне дна, но... Но это ниже дна. Нет. Нет. Нет! В этот момент, пока Джесси отошел, Джейд вызванивает любителя зарядить в коричневый казенник, чтобы он помог ей. Я очень боюсь. А вдруг он это сделал? В свою очередь... Секунду. Hello. Алло. Дэвид. Дэвид, это я. У меня проблема. Джейд. Клянусь, вы с ней самая чокнутая пара на свете. Ребята и девчата, пожалуйста, не вступайте в брак раньше времени, чтобы не происходило вот такой тупой... И чтобы бедные трубочисты не страдали потом из-за вас. На утро тела свингеров обнаружены, и наши герои, роняя кал и теряя тапки, сваливают из этого места, прихватив с собой того, кто обожает зарядить в гузно. Кому понадобилось убивать Уоррена и Буратино? И наших соседей. Ты предполагаешь, что Уоррен мертв. На самом деле он только пропал. Хочешь сказать, что Уоррен? В отличие от вас, он больше похож на психопата. Фу, чем-то здорово воняет. Мертвяк. Дэвид, что бы мы без тебя делали? Короче, задний приводный тормозит нашу парочку, выцепляет мусоров, но тут... Не с места! Как вернемся, смоешь это дерьмо. Да, Джейд, мне тоже очень жалко решетку радиатора у этой фуры. Но что поделать? Как вы туда попали? Это длинная история. Точно? Кино из этого сюжета сделали бы не меньше 4 серий. Ладно,
Это более-менее забавно. Короче, ребята нужны нашим куклам как тела для переселения, и все бы ничего, но... Установлено, что отпечатки пальцев, обнаруженные в двух различных местах, принадлежат Чарльзу Ли Рэю, известному серийному убийце, который был убит в 1988 году. Полиции подтвердили, что сегодня труп Рэя будет эксгумирован с кладбища... У кукол есть отпечатки? Блин, я хочу кого-нибудь ударить, ну что за хрень, а? Ладно, я ненавижу сюжетный ход в прошлых фильмах, что со временем кукла обретает внутренние органы, но, блин, ограничьтесь только ими, не надо сюда еще член, влагалище и отпечатки пальцев приплетать. Сменив фургон на дом на колесах, ребята пытаются вызвать конфликт у семейной пары маньяков. Тарелки сами не вымоются. Ты и так старалась, готовила, пусть он хотя бы посуду помоет. Что ты делаешь? Что у них получается, но при этом они попадают в аварию. Начинается небольшая потасовка, в результате которой автомобиль взрывается, а Джейд... Эй, красавица! Дай ты ему в бубен! Оказывается в заложниках у Чайки. Джейд! Просто швырни эту тварь с моста. Двигай! Ну или не швыряй. Овца тупая. Они пригоняют на кладбище, где судмедэксперты уже выкопали гроб Ли Рэя, скоропостижно двинули ласты, ну или склеили коня, и Джейд отдает сердце Дамбл и Чайки. Но тут... Отпусти ее. Сначала отпусти Джейд. Происходит обмен, но Чаки вероломно швыряет нож в Джесси, и тот трагично погибает. Ну или выживает. Блин, ладно, удивили. Я уж думал, в такой истории возлюбленный должен сдохнуть. Мы должны быть вместе. Навсегда. Поцелуй меня. Прощай, дорогой. Свидимся в аду. И это все? Это вся смерть Чаки? Ну окей, ладно. Да ёб твою мать, а! А вы два дебила, чё зенки вылупили? Просто возьмите пистолеты и пристрелите этих джедаев резиновых. Короче, Тиф пронзили пузо. Чаки отправился в могилу, аки мячик для гольфа. Тут прискакивает детектив и типа такой. А сам Чаки получает дозу свинца. Давай, стреляй! Я еще вернусь. Я всегда возвращаюсь. Что верно, то верно. Алчная студия просто так от тебя не избавится. Да. Только умирать так больно. Итак, детектив оправдывает нашу парочку и отпускает их домой, а сам находит тело Тиффани и... Чёрт возьми! Не должен! Поздравляю, это мальчик. Что ж, судя по всему, со смертью детектива Джесси и Джейд теперь снова подозреваемые, а у меня остался перечень вопросов. Первый. Теперь у кукол есть яйцеклетки и сперма? Чё за херня? Второй. Уже день назад сексом занялись, как она смогла так быстро выносить ребенка? Третий. Её же проткнули ножом в пузо, то есть и ребенок должен был погибнуть? Четвертый. Вы хотели перенестись из кукол в тела Джесси и Джейд, что, твоя беременность тоже перенеслась бы, что ли? И пятый. Многовато вопросов. Хотя ладно, у меня больше вопросов не осталось. Ну ладно, а теперь я пишу свои претензии к франшизе про куклу-убийцу Чаки. Мне она не нравится, потому что она глупая, непродуманная, не смешная, не страшная, нереалистичная, и в ней просто вал сюжетных дыр. Да, как бы «Кошмар на улице Вязов» и «Пятница 13» тоже нельзя назвать реалистичными, но там, по крайней мере, установили определенные правила и порядки, которые не делают фильмы заведомо глупыми. В них нет злодеев, которых можно вынести ударом с ноги, а здесь это сраная игрушка. Игрушка, черт подери, самый легкий в борьбе противник. Не получается тут бояться маньяка или сопереживать героям, которые с ним борются. Главная проблема подобных фильмов про кукол-убийц не только про Чаки, это то, что концепт «милая игрушка убивает людей» классный, но он рушится. Потому что в нем будет масса нелепостей, которые мы можем видеть в Чаки, типа то постоянно меняющийся вес, то сила антагониста. Если вы фанат этой серии, то окей, я дико рад за вас, вы можете получить удовольствие от этих фильмов. А вот я нет. Я слишком часто с этих фильмов фейспалмы ловлю, я не могу в них найти то, что вот лично у меня бы вызвало чувство некого фанатизма, как в случае с Кошмаром.
вами. Ну да ладно, теперь конкретно по объекту обзора. Это был фильм «Невеста Чаки», дебют Ронни Ю в американском кино. И как он? Ой, какая же это все хуйня! Какой смысл? Тише, дядя Джуниор, я больше не могу. Ну, в общем, вы практически услышали мой вывод чуть ранее, сейчас просто по отдельным аспектам. Из плюсов у фильма прикольный саундтрек, пара неплохих актеров типа Дженнифер Тилли, Джона Риттера и Брэда Дурифа на озвучке Чаки. Работа с аниматронными куклами хоть и устарела слегка, но смотрится, ну, ничего, так вроде бы в самый раз. А в остальном, я уже чуть раньше все сказал, это тупой, нелогичный, глупый слэшер, который не особо развлекает юмором и своим действом. Возвращаться к нему, а уж тем более смотреть его продолжение, которых наклепали еще 3 штуки, у меня нет никакого желания. Так что обзоров на сиквелы можете не ждать, за этим вы можете сгонять к фальшивому критику, он всю франшизу рассмотрел. Лично я, может быть, когда-нибудь в забеге по классике обсужу 1-3 фильма. Ну, хотя, после моего финального вывода, я особого смысла в этом не вижу. В общем, дебют у Ронни Ю в американском кино получился, ну, как-то не ахти. Но это не особо его вина. Как режиссер, то он сработал, ну, более-менее. Тут все дело в просранном сценарии и всем том, что я так не люблю в Чаки. А следующим обзором в мини-марафоне по Ронни Ю будет криминальный комедийный боевик а-ля «Криминальное чтиво» или «Карты, деньги, 2 ствола». Оставляйте свои догадки в комментариях, а также подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И еще, вступайте в мою группу ВКонтакте и подписывайтесь на мой Инстаграм, все ссылки в описании. Также, если кто-то финансово хочет поддержать мой проект, то ссылки на донаты вы найдете также в описании. Спасибо, если поможете. Также заходите на мою страничку на Патреоне и становитесь моим патроном. Ваша помощь не останется незамеченной. С вами был Кинокиллер, спасибо за внимание и до скорой встречи.